Всем привет! С вами Маша Смолот, и сегодня мы будем делать картину в стиле стрингарт, но не моей обычной технике, реализме, а поп-арт. Я надеюсь, вы все узнали певицу Земфиру. И я уже сделала фон, взяла фанеру 12 мм, как обычно. Покрыла сначала ее синим, потом немножко побаловалась с серебряной краской баллончики и такой цвета морской волны. Поэтому получилось вот такое. Мне захотелось сделать что-то воздушное, а не просто покрашенный фон. Вот. Потом я сделала макет, собственно, распечатала один к одному и забила гвозди по контуру. А у нас тут присутствует всего лишь три цвета. То есть такой сероватый. Этот рисунок сейчас не цветной, но вообще, в принципе, будут оттенки. Вот. Я буду использовать вместо вот этого серого вот такой вот розовато-серо-бурмалиновый. Волосы и кофта будут такого цвета, плюс добавлением черного. Ну и, соответственно, вот эти вот тени мне нужно оттенить. Я взяла вот такой вот серый. Посмотрим. Я на самом деле не очень уверена в этих цветах, но я сначала попробую, а потом, если мне понравится, я продолжу. Если не понравится, значит, сделаю замену цвета. В этом нет проблем. Ну вот, пожалуй, все. Будем заполнять потихоньку. Делаю я картину в стиле поп-арта первый раз. Собственно, как получится. Поехали. Ну что, друзья, хотела вам показать прогресс. Не стала я снимать полностью все, что я делаю, потому что, ну, и так интуитивно понятно, что сначала мы забиваем самый дальний фон, соответственно, самый светлый. Вот. Что хочу сказать по наблюдениям. Так как я делаю этот портрет первый раз, именно эту технику, что могу сказать? Однозначно нужно брать больше размер фанеры, делать меньшую детализацию, потому что вот в этих местах все это очень муторно и нудно проделывать. И еще я бы хотела взять нить толще, потому что забивать вот это вот все поле очень долго получается, если брать тонкую нить. Конечно, это все аккуратнее, и вот в эти места не залезешь толстой ниткой. Ну, в общем, есть над чем подумать, надо как-то это все дело улучшать. Вот, ну а пока поехали дальше. Музыка.
Так, ну что, положила я второй слой, серый. Уже картинка стала проявляться, появился такой объем. В принципе, я довольна результатом. Вот, остался последний, черный. Сейчас уже не буду снимать, как я наматываю черный. И подключусь, когда уже будет все готово. Что ж, вот я и закончила. Намотала черной ниткой фон. И также добавила еще темно-синий. Что я могу сказать? Нифига не легче поп-арт делать, чем светотеневую в реализме, как я привыкла. Потому что заполнять полости достаточно сложной тонкой ниткой. Но если брать толстую, то как-то выглядит это дешево, что ли. Или некрасиво, и сразу видно направление нити. А так выглядит красиво, цельно, и все равно даже по парте объем мне получилось выделить. Я портретом довольна, несмотря на то, что я обычно не люблю то, что у меня получается. Точнее, не то, что не люблю, а я чем-то всегда остаюсь недовольна. А здесь я, пожалуй, довольна всем. По сложности, наверное, ну, уступает разве что совсем чуть-чуть, чем портрет в реализме. Вот и все. Как-то так. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Мне приятно. Всего доброго.